Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам необычные факты о львах. Сильные грациозные львы – настоящие цари мира экзотических зверей. Они умны, физически выносливые и красивые. Как особенности внешнего вида, так и черты поведения львов представляют немалый интерес. Давайте рассмотрим подробнее самые необычные факты об этих животных. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. В природе львы и львицы очень ленивые. В среднем эти животные спят по 20 часов в день. Причем, если они сыты, сдвинуть их с места может только палящее солнце или опасность. Мышцы у львов и львиц находятся по всей длине ног. Именно поэтому они так хорошо прыгают. Что касается скорости при беге, то развивать ее эти животные могут до 60 км в час. Чаще всего львы охотятся в темноте, потому что в это время суток они хорошо видят. Их зрение в 7 раз лучше, чем у человека. Львы и львицы никогда не жуют мясо, они проглатывают его крупными кусками. Зубы эти животные используют лишь для разрывания добычи на части. Чтобы наесться, львице необходимо 5 килограммов мяса в день, а льву 7 килограммов. Но при необходимости за один раз эти животные могут съесть и до 30 килограммов мяса. Что касается воды, то без нее львы могут обходиться неделями. Необходимую для жизни влагу они получают из пищи. Львы – единственные представители кошачьих, живущие семьями или прайдами. Львицы всю жизнь живут в прайде, в котором родились, а самцов изгоняют по достижению 2-3 лет. В прайде обычно охотятся самки, а самец тем временем отдыхает, причем львицы приносят добычу всему прайду. А вот если на охоту выйдет сам лев, добычу он, скорее всего, съест на месте сам, ни с кем не поделившись. Вес льва может достигать 350 килограммов, при этом сердце этого животного самое маленькое среди всех африканских хищников относительно его размера и массы тела. Сегодня львы обитают на территории Африки и Азии. В Африке львов можно встретить в южной части от пустыни Сахары. В Азии дикий лев обитает в Индии, в Гирском лесу индийского штата Гуджарат. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!